Так, сегодня попробуем решить проблему вот такую. Вот омыватель, видите, как у нас брызгает? Такое ощущение складывается, что не хватает мощности мотора. Начнем с того, что поменяем мотор. Брызгалки стоят новые уже, не засранные. Так, у меня мотор старого образца, погружной. Новый выглядит вот так вот. Снимать и ставить неудобно сейчас. Все поставим и попробуем. Так, новый мотор на месте сразу. На новом не написано, где плюс, где минус. Я думаю, что роли не сыграет. На старом четко видно плюс. Ну и по качеству, конечно, новый вообще. Беда, блядь. Короче, стало лучше. Видно, что он помощнее давит. Но второй также не продавляет. Вот как-то так. Ладно, будем дальше пробовать как-то исправить эту проблему. Скорее всего, попробую веерные форсунки поставить. Посмотрим, что получится. Кастебей, Самсу и печень инвентарная 8 штук. Так, у нас небольшой перекус. Пока едим, поговорим сегодня, знаете, о чем? Вот недавно слышал, видео смотрел, что типа в сутках сейчас меньше, чем 24 часа. Типа время уменьшилось, и мы ничего не успеваем. Реальное время суток сейчас часов 14, 13, там 12. Кто по-разному говорит. Я приведу на примере сегодняшнего дня. Ну, так, оно может так и есть, мы ничего не успеваем. Но вот сегодня, я утром проснулся, светит солнышко. Небо такое вот как бы с дымкой, но солнце яркое-яркое белое. И вот сейчас уже почти обед, я кучу дел переделал. Я просто радовался жизни, никуда не торопился. И нормальное время в сутках у меня получается. Все, я успеваю. Просто надо жить в свое удовольствие и меньше делать лишних всяких действий. И никуда не торопиться. И все у вас будет получаться. Так, сейчас заскочим к пацанам в сервис, попробуем задобрить печеньками. Нам надо, чтобы они скорее взяли у меня другую машину. Чтобы снять бутер, я не могу ее поставить на учет. А эту, как я ту поставлю на учет, взяли на ремонт. Так что попробуем сейчас их задобрить печеньками. И узнать, когда это произойдет наконец. Ларгус нас пытался обогнать.